20 добирали. Очень неактивная, которая обычно выбирает. Добирали победители. Победители добирали вот эти вот 20, у них всегда там было большинство. Когда случилась ситуация, что аннексировали Крым, когда произошла ситуация, что появилась граница на территории Донецкой и Луганской области с нами, мы потеряли сразу примерно 6 с лишним миллионов избирателей. Это было очень много, если учесть, что у нас их всего было миллионов, наверное, 11-12. По-моему, 11 за Януковича проголосовали в 2010 году. И уже получился очень большой перекос. То есть люди оказались в меньшинстве. Я очень хорошо помню это время, когда начались боевые действия на Востоке. И с довольным лицом Ляшко бегал по парламенту и кричал: «Дуже класно, такого націоналістичного парламенту в нас ніколи не було».